Смотрите! В доисторические времена чудеса и приключения всегда были рядом. Все наше, твое. С тех пор ничего не изменилось. Да-да-да-да-да! Это вам любой динозавр подтвердит. Да, конечно, я тебе верю. Я же всем верю. Это одна из великих загадок жизни. Земля до начала времен. Сегодня 19:30. Большая анимация. Только на канале Disney. В следующую пятницу. Кадеты, вы готовы стать штурмовиками? Так точно, сэр! Звездные войны. Повстанцы. В следующую пятницу в 19:00. Только на канале Disney. Ты опять читала у камина? Смотри, ты вся в пепле и золе. Знаете ли вы, что сказка про Золушку – это не сказка? Начинается дождь. А правдивая история о девушке, которая и коня на скаку остановит. Простите, ваше высочество, я вас не видела. И принца от разбойников спасет. Сейчас же верните мои вещи. Мадам, берите все, что сможете унести. История вечной любви в следующую субботу в 21:15 на канале Disney. Друзья, у многих народов есть сказка о девушке, чья жизнь меняется с появлением в доме мачехи. Я придумала ей кличку – Золушка. Но, пожалуй, впервые в истории мы будем не только сочувствовать Золушке в новом фильме Disney, но и со смешанным чувством возмущения и восхищения наблюдать за мачехой в исполнении блистательной Кейт Бланшетт. Вы у меня такие умные. Ну а прекрасные дамы, пришедшие в кинотеатры на фильм «Золушка», увидят еще один объект для восхищения в образе принца с синими, как небо, глазами. Тоже верно. С исполнителем роли принца Ричардом Мэдденом я сейчас и пообщаюсь на пресс-конференции для российских журналистов. Что нужно сделать, чтобы понравившаяся девушка не ускользнула? Мне кажется, самое важное – принимать женщину такой, какая она есть, даже если это мачеха. Пора отправиться на специальный показ Золушки и пообщаться с гостями. Я хочу перенестись в сказку и не думать о реальности. Мне очень интересно, как повернут этот сюжет. Какая-то тайна там должна быть непременно. Отдельно хотела сказать огромное спасибо актерам и режиссеру, которые приехали в Москву. Дамы и господа, сэр Кеннет Брана, Лили Джеймс, Ричард Мэдден. Все на вас смотрят. Поверьте мне, все смотрят на вас. Я думаю, что у Золушки все шансы быть суперхитом. Великолепная режиссура, музыка, очень красивые актеры. Я в восторге от феи Крестной. Замечательный дизайнер по костюмам работал над этим фильмом. Особенно чудесное платье было у Золушки на балу. Трогательно, эмоционально, хочется верить в чудеса и волшебство. Это просто великолепно, нам безумно понравилось. И я присоединяюсь к дружному хору гостей. Просто прелестно. Новый фильм Disney «Золушка» с невиданным прежде размахом рассказывает знаменитую историю любви с первого взгляда. Конечно. У вас появится отличная возможность убедиться в этом в кино. А пока следите за новостями о Золушке, потому что все интересное на канале Disney.